Ну і медик, який надає допомогу заблокованим на Азовсталі людям, записав звернення до турецької влади. Він просить врятувати життя маріупольців та українських захисників, які потерпають від нестачі медикаментів та їжі. Деяких з них через власне це втрачають своє життя і помирають. Сьогодні не пам'ятаю, який день війни, і люди вмирають, хтось від пуль, від голоду. Ранені вмирають в вагоні від недостатку медикаментів і ужасних умов. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра. Я крымский татарин, потомок гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстале. До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи, всегда, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков. В 2022 году от гнойных ран. Нас постоянно обстреливают с воздуха, моря и земли. Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Всего в 263 километрах от вас, через море, уничтожали людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю хотят забрать, а людей убить. Турция и Украина всегда поддерживали тесные отношения и друг друга поддерживали. Вы и ваша страна имеете большой вес в политике нашего региона. Мы не знаем, кому уже писать и кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам. Я верю искренне в то, что Всевышний не оставит наши благие дела, и вы поможете нам. Верю в то, что зачтется каждому, кто будет участвовать в этом.